В одном из гаражных кооперативов города задержаны несколько членов одной из ульянских ОПГ. В ФСБ России по Ульяновской области в взаимодействии с отделом ФСБ России по Ульяновскому гарнизону причина противоправная деятельность преступной группы, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 14 ноября 2018 года на территории одного из гаражных кооперативов в дате оперативно-боевого мероприятия задержаны активные члены данной группы. После обысков по местам жительства задержанных, а также в гараже и автомобиле, принадлежащем одному из них, обнаружилась страшная находка. Было изъято 20 килограммов артиллерийского пороха, 6 видов огнестрельного оружия, 817 боеприпасов калибра 12,7 мм типа МДЗ, 95 патронов калибра 9 мм для пистолета ПМ. Чье? Это подкинуто, это точно наше. Это не наше, это не мое, это точно. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия». Проводится мероприятие по закреплению доказательной базы.